Добрый день, дорогие друзья! Я вас всех приветствую на своем канале. Сегодня у меня очень много дел. Не знаю, что это сегодня буду снимать. Мне надо приготовить котлеты. Мы с мужем решили сделать расхламление в шкафу. И хотим, знаете, что в приют отвезти там собачкам, кошечкам. В общем, все, что мы наберем. Еще надо позвонить в приюты, узнать, где что принимают. Мы ни разу ничего не отвозили, да, но у нас есть такие покрывала хорошие, есть постельное белье, вот это все хотим собрать, то, чем не пользуемся, оставлю себе пару комплектов просто, и все. И все хочу отвезти, хочу немножко освободить шкаф. Ну, все равно немножко не получится, я знаю, что я сейчас все равно все сразу не соберу, мне что-то будет, как всегда, жалко. У меня уже одно было расхламление, вот я и говорила тогда, что пройдет немножко время, я сделаю еще одно расхламление. Ну вот я сейчас сделаю еще одно, и пройдет еще время, я еще сделаю одно расхламление. Потому что сразу вот все взять, выкинуть, ну просто жалко, если честно. А сейчас я пока начну, наверное, с котлет. Котлетки буду делать. Вы знаете, что хотела сделать куриные котлеты, но не было куриного, да, фарша, поэтому сделаем из того, что есть. В прошлом видео мы с вами покупали фарш. Я уже сейчас понюхала. Фарш, ребята, вкусно пахнет, да? Здесь у меня свинина с говядиной, куриного не было. Я уже добавила сюда укроп. И сейчас буду перемешивать. Здесь у меня лук, чеснок, сухари замоченные в молоке, яйцо, сметана. Сейчас добавлю приправы и все перемешаю. Это гималайская соль. Буквально так немножечко добавляю. Это простая соль. Если что-то будет не хватать, потом добавлю в фарш. Вегета. Вы знаете, я вегету люблю везде добавлять. Конечно же, молотый перец. И я еще добавляю кориандр. Я вообще очень люблю кориандр добавлять к мясу. И в фарш я еще добавляю сливочное масло. Котлеты тогда более такие сочные получаются. Ну и сейчас все это перемешаю я. Ну и добавляю все это в фарш. Я сейчас уже котлеты не обваливаю, как раньше.
там, в муке или в панировочных сухарях. У меня есть такие вот две большие ложки, с помощью которых я формую котлеты. И мне очень, кстати, нравится, как получается. Я так вот делала куриные, и вот сейчас хочу эти сделать котлеты также. Мне очень понравилось. Легко и быстро. Ну а сейчас я быстренько сделаю еще салатик. Ну что, обед готов. На гарнир у меня будет пюрешка. Также сделала салат. Ну и котлетки. Всем, друзья, приятного аппетита! Мы уже поели с мужем. Сейчас муж уедет им где-то на полчасика, на часик, а потом будем с ним делать расслабление, как я уже говорила. Что там, Олечка, что там? Папа очередную рыбку засолил и будешь хоть сушить ее, да? Правильно я сказала? Вялить. А вялить, да? И вялить будет. Вот сколько там. Это что за рыба? Плотва 8 килограмм. Плотва? Здесь 8 килограмм? Оно, да, тяжелое, слушай. Оно с солью еще тяжелее получается. Ну что, иди посмотри, Монечка, на рыбку. Иди посмотри на рыбку. Рыбой пахнет, воняет. Рыбой воняет. Воняет. Не хочет. Все, папа скоро приедет. Тихо, Коля, папа скоро приедет. Все, муж приехал, пойдем на дело. Вот мы делаем расхламление в шкафу, то, что долго чем не пользуемся. Вот покрывало вроде такое хорошее. Это овца, да, ведь? Ну вот, тоже это все мы отправляем в приют, короче, для собачек, да, Молечка? Отправим собачкам в приют. Тут я уже в кулек тоже сложила такие халаты теплые, которые не ношу. Там еще есть там всякие покрывала. В общем, все поедет в приют. Пора освобождать шкаф, расхламлять. Ну вот,
огромнейший мешок один готов. Я думаю, еще такой, наверное, наберется один мешок. Такие теплые подстилочки будут собачкам. Собрали два кулька. Вот все, что большое, да, если постельное белье, все, это все идет к собакам. То, что поменьше, там полотенчики, там, ну, все такое, это идет к котикам. Потому что мы позвонили к собакам, сказали, что такое мелкое, ничего не надо, махровые халаты не надо. А у меня там такие большие махровые халаты. Собакам сказали, не надо. Собакам постельное белье, покрывало такое все. Вот там внизу покрывало там есть, да, постельное белье. Но вот, а здесь полотенце, и махровые там у меня халаты, там все такое. Да, они там разрежут котикам как надо будет. В общем, в два разных приюта. Два таких мешка, но это мы только начали еще. Я еще соберу свою одежду на благотворительность какую-то, тоже расхламлю шкаф, тоже в эти контейнеры положу. Так что вот расхламляемся с мужем. Главное, знаете, позвонила в один приют, позвонила в другой приют. В одном приюте сказали, нам ничего мелкое не везите, а в другом приюте нам ничего крупное, говорит, не везите, только все мелкое, потому что у нас, говорит, только котики. Я говорю, ну если привезу махровый халат, вы можете же разрезать там все. Да, говорит, это, говорит, можете везти. Да? А в принципе, почему там, где собаки, нельзя махровый халат, там же халаты, там же бывают же и маленькие собачки, и все, там как раз хорошо было бы. Просто понимаете, два приюта находятся в разных концах Риги. Один в одну сторону надо доехать, а другой совсем в другую сторону надо доехать. Сегодня мы уже не успеем съездить, потому что там сказали, до трех можно привезти, да, как бы не успеваем мы сегодня. Возможно, завтра съездим. Но сказали, все равно надо предварительно позвонить, договориться. Ну вот, поэтому так и сделаем мы. Ну вот, сейчас собрала вот таких два кулька одежды своей. Поверьте, еще есть что собрать. Ну, пока жалко. Хорошо, что я еще на это решилась, да? Будет еще одно расхламление, тогда соберу еще одежду, в общем. Вот так вот. В общем, вот сколько набрали. Вы знаете, главное начать расхламляться. Как только начнете, я прямо со шкафа брала вот эту стопку и прямо в кулек складывала, потому что у меня вещи разложены так, которые я ношу на постоянной основе, которые ношу иногда, а которые я ношу, не знаю, буду, не буду носить, вот так. И те стопки, которые буду, не буду носить, даже не перебирала, просто брала стопку и клала в кулек. А то начну перебирать, а это подумаю, а это подумаю, и начнется. И опять буду откладывать что-то в одну сторону, что-то в другую. Поэтому я сразу стопку взяла и все сразу в кулек, не перебирая вообще. А то я себя знаю. А может быть, это еще все-таки надену, а может быть, это надену. Нет, никаких больше надену. Все. Все в кулек сложила. И сейчас там навела порядок, и я не могу сказать, что у меня дико там много освободилось места. Поэтому еще одно будет расхламление тоже. Но уже в другой раз. Не все сразу. Надо постепенно себя подготавливать к таким вещам, таким вот, к такой работе, да, скажем так, надо постепенно себя подготавливать. Сразу все как-то. Вот сейчас собрала, есть очень хорошие вещи, да. Ну просто, ну, может, уже как-то не актуальны или что, в хорошем состоянии, просто в отличном состоянии, да. Ну, так вот, я представляю, ну вот куда надену? Есть куда? Там на работу, еще куда-то. Но дело в том, что у меня есть еще и другие вещи, которые могу надеть на ту же работу я, понимаете? И поэтому я поняла так, я сделала так, я надену на работу это или это, что я буду больше носить? Конечно, я буду вот это, например, значит, все. Значит, это на работу уже носить не буду. Все, все в мешок, все в мешок, а вещи хорошие. Но ничего, жалеть не надо, потому что лежат они, как говорят, год не надел, все, значит, эта вещь уже не нужна. Да? Я уже даже больше, чем год не надевала. Поэтому... Все. Все пускай это самое уходит, может, кому-то другим понадобится, да. А так вот лежит, только место занимает, да, а вдруг пригодится, ну, это тоже, знаете, не вариант. Раз до сих пор не пригодился, значит, и не пригодится. Поэтому распрощаемся. Я говорю, даже не перебирала их, да, потому что я знаю себя. Просто я отсюда складываю вещи, да, которые актуальны. Стопочка такая, да, которая иногда, ну, так вот, всегда у меня так вот сложные вещи, да, и поэтому просто, и вы так складываете, берете стопку просто и прощаетесь с ней. Если из этой стопки никакую вещь за год не надели, не достали, все, значит, эта стопка вам не нужна. Не то, что вещь, как говорят, если ты вещь не надела, да, если вы стопочку этих вещей оттуда ни разу ничего не достали, все, значит, вам ничего не надо. Просто прощаемся с этими вещами
и до свидания, как говорится, и со спокойной душой. И когда в шкафу больше места появляется, дальше, знаете, как-то и дышать легче становится. И это еще такая довольная случится. Мне просто надо было настроиться на эту работу, да. Начали с чего? Там, с постельного белья, с покрывал, которые лежат, тоже место занимают, да. Закончили вещами. Главное начать, а потом как по маслу все пойдет. Соня знала, с чем попить кофе, а муж говорит, у тебя же, говорит, есть вот такой-то ворожочек. Я говорю, о, точно, слушайте, я такая довольная. Я забыла про него. Сейчас с удовольствием попью кофе с этим творожочком. Ну вот, делаю себе капучино. Муж сказал, тоже будет капучино. Так что будем вместе с ним. Ой, мне сейчас опять прилетел донат от постоянного спонсора моего канала. Олечка Фольга, спасибо вам огромное. Получила ваш донат и была приятно удивлена. Вроде бы мне это присылали, опять прислали. Мне даже как-то и неловко. Спасибо вам большое. Ну что, дорогие друзья, на этом я закончу свой блог. Давайте с вами попрощаемся. И как всегда по традиции, все, кто подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А также нажимайте на сердечко. Супер спасибо. Я с вами прощаюсь и увидимся, как всегда, в следующем выпуске. Всем до свидания.